Вот такая вот сегодня посылочка пришла. Белая. Белая, завернута, белая. В смысле. Стоимость RC-симулятор. Симулятор. Что такое RC-симулятор? Давайте вскрывать, смотреть все-таки. Вообще симулятор это немного другое. Это программа. А тут пока не вижу. Еще чуть-чуть. Почти вижу. Увидел. Да. Пришел не RC-симулятор, конечно. А пришел то ли трикоптер, то ли гексокоптер. Короче, сейчас я распакую. Короче, вот такой вот. Такой прибор. Вроде он трикоптер, но у него винтов 5. Нет. Только сзади 2. 4. Вроде трикоптер, а вроде квадрокоптер. Сейчас, короче, живую посмотрю. Что-то я по картинкам, мне казалось, у него 6 винтов получается. А тут немного другое количество. Вот так у нас Почта России доставляет, чтобы коробку вынуть никак. Смотрите, какие блестящие. Так, вот я потерял свой скальпель. Надрежем. Не надрежем, понял, все. Что, вы сразу бы так сказали? Короче, такой вот трикоптер. Управление 2.4, как обычно. Что-то, блин, замудрено. Управление 2.4. В комплекте имеем 2 аккумулятора по 300 мА. Уже неплохо. Запасные лопастюшки. Зарядка. О, смотрите, какая интересная, да? Зарядка. Сюда и сюда. 2 аккумулятора можно сразу заряжать. Все, в этой коробке все кончилось. Так. Да, все-таки у него 5 винтов. Что-то я плохо смотрел, не досмотрел. А, все, я понял. Он летает еще у нас от 2 ставится у нас. То ли в параллель. Короче, надо почитать инструкцию, сколько у него там питания. Но, скорее всего, 600 мА должно получаться в общей сложности. Вряд ли он от 2С работает. Так, значит, что? Значит, где у него перед-то без зад? Вот это перед. Вот здесь вот лампочка горит. Сейчас подключим. Попробуем. Вот такой вот пульт управления с мощнейшим, наиогромнейшим экраном. Интересно, как же он там... Сколько информации он там покажет нам. Так, опять. Переворачиваем. Интересная вещь. Появилась недавно. Продавалась она также на Хобби Кинге. Но взял ее на другом сайте. Все. Вытянуть. Опять грязи. Так, ну еще мы смотрели, что у нас здесь инструкция есть. Интересно, флипы он умеет делать или нет. Пульт управления. Пам-пам-пам-пам. Стики мягкие. On-off. Триммеры. Кнопочка мод. Модел. Наверное, это флип. Бэкфлип. Это зарядочка. И, блин, китайцы. Что, я опять неподготовленный? Ай, скальпель сломал. Сейчас, давайте сделаем маленькую паузу, пошел я за зверткой. Так, вот я вернулся. Отверточка. Отвертка у меня, она от танка, что ли, осталась. Лежит. Ну, ненавижу я, когда они вот на эти винтики закручивают. Из-за этого долгий процесс распаковки идет, установки. А я пока ставлю аккумулятор, давайте анекдот расскажу. Один другого спрашивает, ты что сегодня делаешь? Ничего не делаю. То есть, нет, заново расскажу вам анекдот. Ты что сегодня делаешь?
Ничего. Сейчас, погодите, где у меня аккумулятор? Ой, блин. Все. Взял аккумуляторы. Так я на чем остановился? Анекдот. Говорит, ты что делаешь? Ты что сегодня делаешь? Ничего. Так ты же это вчера делал. А я не доделал. Ха-ха-ха, вот сейчас можно смеяться. Так. Процесс пошел, что-то он пищит мне. Ага, нет. О, все, остановился, что же он хотел, чтобы я ему газ показал, где минимум, где максимум. Так, ну что мы имеем? Триммеры. Этот в процентах он здесь пишет, вот у нас триммер. О, газ показывает, что максимум. Ну, здесь мы видим отклонение показывает, в какую сторону. Ух ты, даже винты крутятся. Класс. На первый взгляд классно. Так, пробуем. В инструкцию пока не буду заглядывать. Я думаю, сам догадаюсь, как здесь ставить аккумуляторы. Либо опять все поломаю. Ну, я так понял, она не откидывается. Но что-то аккумулятор-то больше этой штуки. Так. А, все, понял. Нет, не понял. Нет, понял. Вот так. Ставится у нас аккумулятор. Смеетесь надо мной там, что не могу догадаться. Впервые просто такой, я не подготавливался, не смотрел, что там и как у него. Короче, наверное, этот сюда. Ну, без разницы, на самом деле, должно быть, какой куда аккумулятор, они абсолютно одинаковые. Что-то как-то неудобно это тут. Оп-оп-оп, все, выхожу. Так, значит, ты сидит у нас перед. Вот у нас заморгал. Все в сторону. Это, наверное, перед. Это зад. Ну да, собственно, трикоптер. О! Завелся. Так, не понял. Ты куда полетел-то? В чем прикол-то? Давай тренируем тебя немного. Все, понял. Короче, в реверсе у него стоит. В реверсе стоит у него. Может, он так летает? Так, короче, с таким надо еще совладать. Не пойму, где перед-то у него. По идее так, по идее так. Воу-воу-воу, короче, ему без разницы на самом деле. Все винты защищены, что очень неплохо уже изначально. Но я думаю, по ветру он будет не очень летать. Так что давайте я потренируюсь на нем, все-таки разберусь, инструкцию загляну. И потом тогда сделаем обзорчик по этой уфошке. И посмотрю, сколько. Ну, наверное, здесь, да, там все-таки 600 мА получается общее. И посмотрим, сколько у него времени полета на этих винтах получается. Еще интересно, вот здесь вот это все мягкое. То есть мягкие у нас здесь снизу получается, на которых он стоит. И верхние тоже это резинки. То есть ударяться ему нормально будет. То есть винты практически, я думаю, здесь будут неубиваемые. Здесь у нас вот одни туда крутятся винт, другой туда. То есть получается раз, два, три, четыре. Четыре мотора, четыре винта. Это получается это квадрокоптер. Трикоптер. Вот еще интересно, да, что это такое. Сейчас попробуем. Оу, что-то не то нажал модель, куда-то погнал меня. Все, на этом все. Сейчас тут разобью все. Ждем обзора. И, короче, полного обзора ждем. На этом все. Лайки, подписка, комменты. Это все приветствуется. И до новых встреч.